Букмекерская компания «Пари» – это ставки на футбол, хоккей, теннис, баскетбол и киберспорт. Букмекерская компания «Пари» дарит бесплатную ставку 1000 рублей всем новым клиентам. «Пари» – лучшее приложение к спорту. Подробности на pari.ru. Для масла «Синтек» мы производим особый купаж только из лучших присадок и создаем качество мирового уровня в два раза выгоднее импортных аналогов. Моторное масло «Синтек» – всегда умный выбор. Представляем стартовую пятерку команды «Звезда» от Москва. Вратарь Симон Скотников, номер 30. Артем Сокоров, номер 11. Кирилл Калачапов, номер 46. Сергей Шамшурин, номер 47. Марсель Ибрагимов, номер 82. Дмитрий Гренц, номер 92. На лёд приглашается команда «Звезда», город Москва. Представляем стартовую пятерку команды «Булан». Александр Евсеев, номер 7. Артем Шут, номер 9. Дмитрий Соловьев, номер 10. Егор Сукин, номер 14. Дмитрий Колоков, номер 83. На лёд приглашается команда «Булан-Воронеж».
Здравствуйте, уважаемые поклонники хоккея. И в этот понедельничный обеденный час приглашаю вас в Воронеж на лед Дворца спорта «Юбилейный», где сегодня состоится очередной матч пари ВХЛ Кубок Шелкового пути сезона 2022-2023. И сегодня на Воронежском льду встретятся местный «Буран» и «Звезда» из Москвы. Такое вот необычное время начала этой встречи. Ну, по согласованию команд было перенесено оно на 13:00 по Москве. В целом, конечно, этот матч не слишком важен, даже, наверное, слишком не важен с турнирной точки зрения, так как обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф. Соседями команды являются по турнирной таблице. «Звезда» на 24-м месте после 42 игр, 30 набранных очков. «Буран» строчкой ниже на 25-м после 41 игры, 22 набранных очка. И обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф, как я сказал. Вместе с ними эти шансы потерял еще и «Ермак», который на последней 26-й строчке располагается. Ну и сегодня, собственно, команды играют просто в свое удовольствие и для своих болельщиков, которых, естественно, на трибунах Дворца спорта «Юбилейный» в столь непривычное для просмотра хоккея время собралось не так много. Но, тем не менее, может быть, у мониторов сегодня побольше как раз-таки будет болельщиков, и путем телетрансляции могут они насладиться игрой своей команды, которая начинает не очень здорово. Несколько уже очень неплохих моментов «Звезда» сумела создать. Посмотрим, что-то удастся ли воронежцам в ответной атаке. Ну, есть бросок здесь в исполнении Егора Дугина, но с этим броском легко справляется Всеволод Скотников, который сегодня защищает ворота москвичей. Очень интересный молодой голкипер, 21-летний уроженец Казани, серебряный призер юниорского чемпионата мира. Есть на его счету, несмотря на ранний возраст, несмотря на молодой возраст, уже опыт выступления в континентальной хоккейной лиге, в том числе и три матча в этом сезоне за ЦСКА он провел. Причем провел их великолепно. Два матча на ноль, за эти три матча 0.66 коэффициент надежности, 97,2% отраженных бросков. И у этого парня, как мне кажется, большое будущее. В ВХЛ не столь выдающиеся показатели у Скотникова. Здесь 13 матчей и 2.56 коэффициент и 91% отраженных. Один матч на ноль. Но, тем не менее, такие довольно средние, хорошие показатели для вратаря. И вот сейчас вступает в игру Скотников. Атаковал там с довольно неплохой позиции Данил Мельников. Но шайбу поднять не смог. Низом она пошла и в щиток Скотникову угодил. На воротах воронежского коллектива Егор Вельмакин. Он сегодня тоже уже пару раз включался в игру. Вторую игру подряд Вельмакин проводит. Еще более молодой голкипер. Лишь в апреле этого года 20 лет исполнится вратарю «Бурана». И только начинает он свой путь на взрослом хоккейном уровне. И начинает его в целом неплохо. Есть на его счету уже две победы в этом сезоне. Ну, вообще у «Бурана» не так много побед, да, это в целом, мягко говоря. Мы понимаем, что команда занимает предпоследнее место. И лишь 6 побед на их счету. И вот две из них одержаны в тот момент, когда Егор Вельмакин на воротах находился. Причем эти победы случились совсем недавно. Три матча назад воронежцы обыграли Ростов со счетом 4-1. И в предыдущей игре смогли сломить сопротивление АКМ из Тулы. Со счетом 2-1 воронежцы выиграли. И 40 бросков АКМ нанес по воронежским воротам. Лишь один дошел до цели. И, конечно, большая заслуга в этом Егору Вельмакину. В средней зоне у нас сейчас игра. Хоккеисты «Звезды» подхватывают шайбу, но не спешат начинать атаку, так как смена у них там по ходу проходит. Голощапов ищет варианты для начала атаки. Попадает здесь, кстати, в створ, но решает Вельмакин игру не останавливать. И воронежцы попробуют что-то в контратаке придумать, но не совсем точная передача, и шайба потеряна.
Команды второй раз в этом сезоне, естественно, встречаются. И первый матч в этом сезоне остался за Бураном на выезде. Тогда со счетом 4-3 воронежцы победили. Интересная игра была. Воронежцы вели со счетом 2-0, со счетом 4-1. Но в концовке сложности были, безусловно. Звезда едва-едва счет не сравняла тогда, но все-таки не смогли москвичи спасти ту игру. И одна из тех шести побед воронежцев как раз-таки над Звездой была одержана. Так что можно попробовать воронежцам 100% результат против Звезды показать сегодня, если удастся в сегодняшнем матче победить. Но пока что Звезда в атаке. Шамшурин разгоняет ее. Оттесняют его в угол площадки. И в итоге теряет он шайбу. Правда, здесь партнеры помогут. Продолжает Звезда работать в чужой зоне. Но вот сейчас уже окончательно шайбу потеряли. Контрвыпад Бурана. Возовик не смог шайбу обработать. А здесь один из игроков, видимо, повреждение получил на синей линии. С большим трудом Артем Прохоров поднимается со льда и уезжает на скамейку запасных. Ну, будем надеяться, что все в порядке с 11 номером Звезды. Ну, здесь неплохо. Это Гайдамак. В зону вошел и даже до броска дело довел, но ни во что серьезное в итоге это не вылилось. Пока что без остановок у нас игра проходит. Довольно бодро кисты катаются для столь раннего по хоккейным меркам часа. Но по-настоящему опасных моментов мы, наверное, не видели ни у тех, ни у других ворот. В принципе, потенциально опасные атаки были, но по-настоящему в игре ни Скотникова, ни Вельмакина мы пока что не увидели. Может быть, сейчас это произойдет. Подхватил шайбу Антоновский. И шайба вылазит на пятак. Пытался с неудобной руки здесь добавить в створ Святослав Дорохов. Отмечаем этого нападающего в составе воронежского коллектива. Ну и сейчас в целом четвертая пятерка воронежцев неплохо поддавила соперника. Правда, здесь вот едва шайбу не потеряли. Но все-таки смогли исправить собственную ошибку. И здесь положение вне игры зафиксировано за 14:34 до окончания первого периода. И это все подводит нас к коммерческой паузе. Для масла Синтек мы производим особый купаж только из лучших присадок и создаем качество мирового уровня в два раза выгоднее импортных аналогов. Моторное масло Синтек. Всегда умный выбор. Возобновляется игра после коммерческой паузы. И по традиции давайте перейдем к составам и начнем с гостей сегодняшнего матча. Но после этой атаки Бурана здесь довольно опасный бросок в исполнении Артема Жука. Но не попадает он в створ, хотя бросковая позиция была вполне себе реализуемой. Итак, состав Звезды. На воротах сегодня номер 30-й Всеволод Скотников. Его сменщик Антон Тадыков, номер 1-й, остался в запасе. Первая пятерка, номер 47-й Сергей Шамшурин, номер 92-й Дмитрий Гренц и номер 11-й Артем Прохоров. В защите номер 82-й Марсель Ибрагимов и номер 46-й Кирилл Голощапов. Второе сочетание, номер 64-й Игорь Левицкий, номер 29-й Лев Комиссаров и номер 28-й Всеволод Гайдамак. А в защите номер 10 Никита Солопанов и номер 42 Роман Калиниченко. Третье сочетание, номер 23 Данила Хулапов, номер 68 Иван Силаев,
капитан команды, и номер 99 Егор Кузьминов. В защите номер 12 Малик Алишлалов и номер 78 Георгий Дедов. Ну и четвертое сочетание, номер 84 Владислав Катков, номер 57 Евгений Коницкий и номер 37 Иван Косаренков. В защите номер... Нет, кстати, не в защите. Здесь еще у нас 13 и 14. Нет, единственный защитник как раз-таки в этом сочетании. Илья Назаревич, номер 26. И 13 нападающий Артем Пугачев, номер 21. Вот теперь разобрались. Главный тренер команды Егор Борисович Михайлов. Его помощники Юрий Добрышкин и Сергей Белов. Это то, что касается состава «Звезды» на сегодняшний матч. И к составу «Воронежцев» уже после... второй коммерческой паузы. Перейдем. Пока что пробрасываются здесь бурановцы. И вбрасывание поедет в зону Егора Вельмакина. На текущий момент о последнем матче «Бурана» я вам уже рассказал. Воронежцы победили со счетом 2-1 АКМ. До этого две игры этой домашней серии уступили. Но все-таки смогли порадовать болельщиков вот в третьем матче этой серии. И постараются, безусловно, закрепить этот успех. Ну а то, что касается «Звезды», они уже провели первую домашнюю серию в этом календарном году. И уступили «Горняку» со счетом 2-3 в овертайме. За «Уралью» и «Челмету» с одинаковым счетом 1-3. Но в заключительном матче порадовали своих болельщиков, выиграв у «Южного Урала» со счетом 6-0. Поэтому, в принципе... настрой у «Звезды» на сегодняшний матч должен быть хороший и боевой. Через сброс в зону воронежцы решают действовать. И удается даже зону закрыть. Дорохов там поборолся, подключил Кабата. Кабат на синюю линию отдает. Кожевников бросает, и рикошет был, но шайба выше ворот проскочила. Вафин шайбу подхватывает, развернулся в углу площадки. Выводит Кожевникова на бросок. Тут не стал бросать, а вот партнер бросил. Может быть, даже у Кожевникова и поинтереснее позиция была, чем у Ивана Антоновского. Ну уж получилось, как получилось. Снова четвертое звено воронежцев здесь неплохо поработало. Уже вторую их смену, хорошую такую, с бросками, со входами в зону отмечаем. Здесь Жук ошибается на выходе из собственной зоны. И только лишь наличие рядом партнеров не позволило здесь... Всеволоду Гайдамаку выйти один в один с воронежским голкипером. Так, конечно, ошибаться на выходе из собственной зоны недопустимо совершенно. Теперь уже Жук в борьбе с двумя хоккеистами «Звезды». Приезжает ему на помощь Дмитрий Огурцов. Поборолись, но шайбу пока отобрать не удается. Очень здорово ее укрывает корпусом нападающий москвичей. Бросок Дедова от синей линии. Выскакивает шайба на пятак, но здесь никого из хоккеистов «Звезды» не оказалось. Вот такая интересная навесная передача на Соловьева. Тот развернулся, ждет подключения партнеров. Партнеры приехали, но передача пошла куда-то между двоих сразу. И в итоге шайба покинула пределы зоны атаки. И все здесь нужно начинать сначала, после того, как команды смены проведут. Снова удается воронежцам зону закрыть сейчас. И вот здесь может быть интересно. Бросок, где шайба. Все-таки успевает защитник подставить клюшку под этот бросок. И шайба покидает пределы площадки. Момент был по-настоящему опасный у ворот Всеволода Скотникова. Но в итоге шайба до голкипера «Звезды» так и не дошла. Еще одно вбрасывание будет ждать нас в зоне «Звезды». Мельников против Гренца. Сейчас на точке вбрасывания. Практически половину первого периода мы уже с вами сыграли. Пока что нулевая ничья. Но при этом игра довольно динамичная. В целом игра смотрится. Может быть, нам хотелось, конечно, побольше креативности в атакующих действиях. Но я думаю, что команды по ходу встречи обязательно добавят. Еще одно вбрасывание нас ждет, так как снова шайба не держится у нас пока что в пределах площадки. Довольно часто покидает ее пределы. И
Лайнсманам приходится потрудиться, довольно часто вбрасывая шайбу в игру. Шипилов занимает место у воронежцев на точке. Шипилов забросил уже две шайбы в этой домашней серии. Вот сейчас момент у воронежцев. Что? А, все-таки удаление. Да, удаление сейчас у воронежцев за блокировку. С небольшим опозданием, но все-таки отправляется отдыхать Иван Антоновский. Не сразу судьи дали свисток. Мне тоже показалось, что вроде бы был силовой прием там. И игра продолжится, но нет. Все-таки один из главных арбитров выносит свое решение, обозначая блокировку. И первое большинство для «Звезды» в этом матче. У них не самые лучшие показатели реализации лишнего. А вот у воронежцев очень даже неплохие цифры по работе в меньшинстве. «Звезда» реализует большинство с процентом 12,7. Это 25-й показатель в лиге всего лишь. Ну а воронежцы в меньшинстве третью строчку занимают. 85,6% большинства соперника они нейтрализуют. Конечно, для команды, которая занимает 25-ю строчку в целом в турнирной таблице, третье меньшинство — это очень достойный и довольно неожиданный, согласитесь, показатель. То есть в меньшинстве воронежцы пропускают мало. Но при этом все равно пропущенных шайб хватает для того, чтобы располагаться на предпоследнем месте турнирной таблицы. С шайбой в чужой зоне хоккеисты «Звезды». Проезжал там за ворота Дмитрий Гренц. Перевод на другой борт. Шамшурин. Шайбу удерживает. Отдает назад на синюю. Оттуда выстрел. И не с первого раза. Точнее, не с первого. Не сразу получается накрыть эту шайбу у Вельмакина. Довольно сильным бросок получился у Малика Алишлалова. Но все-таки не без помощи своих защитников Вельмакин с этой ситуацией разобрался. Ну вот почему воронежцы неплохо играют в меньшинстве. Я бы даже сказал, хорошо играют в меньшинстве. Это потому, что они очень здорово умеют прессинговать довольно высоко в чужой зоне. И при этом не оголяя зоны уже в защите. И поэтому командам довольно сложно приходится просто с тем, чтобы привести шайбу в чужую зону. И вот сейчас «Звезда» много времени на это потратила. И уже в полном составе воронежцы. Антоновский появляется на льду. Ну, правда, на фоне этого большинства есть возможность здесь еще поатаковать. И вот только сейчас уже можно констатировать тот факт, что большинство «Звезды» не только с точки зрения времени, но и с точки зрения игрового момента завершилось. Артур Демидов шайбу из зоны вывез. И теперь уже в равных составах команды продолжат этот матч. Здесь неудачная передача. Не поняли друг друга защитник и нападающий. И все это приводит к пробросу за 7-0-8 до окончания периода под номером 1. В принципе, по времени уже должна была подоспеть коммерческая пауза, но у нас проброс. После проброса здесь паузы быть не может. Долго воронежцы разбирались с тем, кто сейчас должен оказаться на площадке. Ну, вроде бы разобрались. Звено Дугина и Устиненко с Возовиком вместе с ними. Ну, еще один проброс следом, сразу же.
Воронежцы работают сейчас в средней зоне. Мельников дает назад на вызовика. Тот пытается начать атаку своей команды. Но перехват от звезды. И здесь классная работа в итоге от Ивана Косаренкова. И нарушают на нем правила воронежские хоккеисты. И снова Буран сейчас останется в меньшинстве. Ну, очень здорово Косаренков на дриблинге обыграл защитников и в итоге заработал на себе удаление. Будем смотреть его после коммерческой паузы. Для масла Синтек мы производим особый купаж только из лучших присадок и создаем качество мирового уровня в два раза выгоднее импортных аналогов. Моторное масло Синтек. Всегда умный выбор. Ну и что ж, второе большинство для звезды в этом матче. И вот сейчас может быть интересно, если бы смог подработать шайбу Сергей Шамшурин. Подрабатывал он ее себе коньком, но не совсем в том направлении, куда он ожидал, она отскочила. Дальше бросок от синей линии. И борьба. Здесь перевод опасный. Бросок. Вельмакин выручает свою команду. Дмитрий Гренц. Бросал. Здесь перевод. Хорошее движение шайбы от звезды. Надо кому-то принимать решение о броске. И бросок этот состоялся. И даже добивание было. Бросал от синей линии Малик. Алишлалов. На добивании там уже нападающие работали. Снова Алишлалов. Перевод хороший. Гренц. Шайбу удерживает. Развернулся. Отдал на синюю. И вот здесь бросок в ближний. Снова Вельмакин выручает свою команду. На этот раз Сергей Шамшурин атаковал. Ну, Егор Вельмакин выручает свой коллектив. 5 минут и 5 секунд играть в первом периоде. 35 секунд до появления на площадке удаленного Никиты Устиненко. Ну и напряжение ощущается, чувствуется. Как натянутая струна, буквально нервы здесь. У одного и другого коллектива и у всех болельщиков, конечно же. Ну и продолжается большинство звезды. Бросок опасный в исполнении Марселя Ибрагимова. Уходит шайба в угол площадки. И все-таки удается воронежцам выбросить ее из зоны. Времени остается на одну атаку, причем быструю у звезды. Хорошо в зону вошли. Бросок следует. Добивание будет там? Нет, не получается. Но шайба остается в зоне. Появляется на льду удаленный игрок воронежского коллектива. И шайба при этом покидает пределы зоны. Ну и второе свое большинство в этом матче звезда реализовать все-таки не сумела. 4:25 еще играть. Давайте к составу воронежцев перейдем. Быстро я вам его оглашу. На воротах сегодня номер 92 Егор Вельмакин. Номер 1 Андрей Макаров остался в запасе. Первая пятерка. Номер 10 Дмитрий Соловьев. Номер 14 Егор Дугин. Номер 9 Артем Жук. В защите номер 7 Александр Евсеенков. Капитан команды. И номер 83 Дмитрий Огурцов.
Вторая пятерка, номер 87-й Даниил Мельников, номер 94-й Павел Макаренко, номер 21-й Максим Казаков. В защите номер 23-й Никита Устиненко, номер 3-й Дмитрий Возовик. Третье сочетание, номер 69-й Михаил Кабат, номер 22-й Александр Шипилов, номер 11-й Даниил Лобанов. В защите номер 49-й Егор Баланов, номер 67-й Тимур Каримов. Ну и четвертое сочетание, номер 64-й Артур Демидов, номер 77-й Ранель Вафин, номер 98-й Святослав Дорохов. И в защите номер 4-й Иван Кожевников, номер 65-й Иван Антоновский. Здесь небольшая потасовочка у нас между Жуком и Катковым. Жука подзывает арбитр и объясняет, наверное, что не стоит так сильно заводиться, играть еще прилично в этом матче, и нужно поберечь нервы и эмоции. На сбрасывание тем временем будет в средней зоне. Ну а мы давайте судей сегодняшнего матча представим. Алексей Майтак и Евгений Пронских – это главные арбитры, 23 и 45 номера соответственно. И Константин Харитонов и Дмитрий Тарасов – лайнсмены 66 и 81 номера. У микрофона ваш комментатор Станислав Морозов. 3,5 минуты еще играть в первом периоде этой встречи. По-прежнему нулевая ничья, хотя, конечно, вторая часть первого периода проходит с преимуществом «Звезды». Связано это в первую очередь с тем, что воронежцы удаляются, но эти удаления не просто так, не на ровном месте. Да? Они как раз-таки связаны с тем, что довольно серьезное давление на чужие ворота «Звезда» оказывает во втором отрезке первой 20-минутки. И сейчас была в целом неплохая атака в исполнении «Звезды», и казалось бы уже, что геометрия этой атаки приведет к решающему выстрелу, но не случилось. Этого, к счастью, для воронежских болельщиков. Егор Баланов шайбу подхватывает, подключает партнера. Там довольно сложную такую передачу придумал с неудобной руки Михаил Кабат. Но, тем не менее, шайба дошла до зоны «Звезды», и пытаются воронежцы ее оставить в зоне чужой. Здесь неплохие действия от Святослава Дорохова. Уже не первый раз мы его отмечаем, но здесь в силовой манере хоккеисты «Звезды» все-таки оттеснили его от шайбы. И собственную атаку уже проводит Сергей Шамшурин. До логического завершения эту атаку довести не удалось. Посмотрим, что придумает Буран. Огурцов шайбу притащил в чужую зону, но подключить партнера не получилось. И снова шайбой завладели хоккеисты «Звезды». При этом собственную атаку также развить не вышло. Просто выбросили шайбу из собственной зоны. И на этом все. Дальше проброс от воронежцев. И за минуту 51 секунду до окончания первого периода игра поедет в зону Егора Вельмакина. В прошлом сезоне дважды команды между собой встречались. Буран уступил дома со счетом 0-2 «Звезде». И затем взял реванш на льду соперника со счетом 2-1, обыграв «Звезду» на выезде в овертайме. Ну и в прошлом сезоне, как и в этом, ни один, ни другой коллектив в плей-офф не попали. Но если у «Бурана» была примерно такая же ситуация, как и в этом сезоне, то «Звезда» на 18-й строчке в итоге расположилась. Понятное дело, что с точки зрения продолжения борьбы в плей-офф 17 место или условное 52-е не имеют никакого значения. Но, тем не менее, конечно, предыдущий сезон для «Звезды» был более интересным. Понятное дело, что «Звезда» — это фарм-клуб московского ЦСКА, команда, созданная для развития, для обнаружения и подключения новых игроков к составу основной команды. Понятное дело, что здесь как таковой результат непосредственно коллектива стоит не на первом месте. Но в любом случае, конечно, этот сезон совершенно не вышел у «Звезды», что лично для меня стало довольно большим сюрпризом. «Звезда» сейчас в атаке, и никак воронежцы не могут шайбу забрать под свой контроль. Вот только сейчас это случилось. Соловьев берет игру на себя, в зону вошел, оставлял на подключившегося Огурцова, но шайба сошла с крюка. И последняя минута
первого периода у нас пошла. Ну, а здесь положение вне игры зафиксировано. И вбрасывание ждет нас в центральном круге. Едва не придумали перехват в чужой зоне хоккеисты Бурана, но при этом смогли шайбу отвоевать и оставить под своим контролем хоккеисты Звезды. Довольно быстро ее сами потеряли, и вполне возможно последняя атака в этом периоде останется за воронежцами. Пытаются они ее придумать, правда при этом никуда не торопятся. Там и смена пошла на последние 10 секунд, ну и... Будет ли она, эта самая атака, большой вопрос. Пока что Баланов подключает Дудина. Дудин обратно на Баланова. И... Ну и все. Собственно, на этом первый период этой встречи заканчивается. Нулевая ничья. Отдыхаем 17 минут. Затем возвращаемся на второй период этой встречи. Перерыв.
Букмекерская компания «Пари» – это ставки на футбол, хоккей, теннис, баскетбол и киберспорт. Букмекерская компания «Пари» дарит бесплатную ставку 1000 рублей всем новым клиентам. «Пари» – лучшее приложение к спорту. Подробности на pari.ru. Стартовал второй период матча между Воронежским «Бураном» и командой «Звезда» из столицы нашей Родины. После первых 20 минут игры нули у нас на табло. Никто не отметился заброшенными шайбами. Статистика первого периода вашему вниманию. Но после вот этой атаки «Бурана» здесь Жук неплохо отработал. Подождал партнеров. Бросил с разворота, но... не слишком опасно. Так вот, статистика. 25-9 по броскам в пользу «Звезды» и 15-3 по броскам в створ. Также в пользу гостей. На точке вбрасывания 9-8 в пользу москвичей. И два удаления схватили хоккеисты «Бурана». В первом периоде хоккеисты «Звезды» не удалялись. Довольно серьезное преимущество по броскам в пользу гостей. Связано это в том числе и с... двумя возможностями «Звезды» поиграть в большинстве в первом периоде. Ну а воронежцы не так часто беспокоили Всеволода Скотникова, который сегодня занимает место в воротах московского коллектива. Посмотрим, каким будет период под номером 2. Пока что шайбу подхватывает Павел Макаренко. Отдавал хитроумную передачу, не глядя, из-за ворот, но шайба в итоге не дошла до его партнера. Здесь не будет проброса, или все-таки будет? Будет все-таки проброс. Или нет? Нет. Здесь свисток был... дан не совсем правильно, и вбрасывание будет в средней зоне, а не в зоне воронежского коллектива. Выиграли вбрасывание воронежцы. Баланов. Через брод в зону воронежцы действовали. В итоге шайба даже в створ ворот пришла. Лобанов шайбу подхватывает в собственной зоне. И свою атаку уже хоккеисты «Бурана» начинают. Кабат.
Едва снова шайба к молодому воронежскому нападающему не пришла, но... Атака на этом Бурана все-таки завершилась. Снова Лобанов в собственной зоне. Оттесняет его от шайбы, закрывая зону хоккеиста «Звезды». Ну и здесь удается воронежцам все-таки за собственную синюю линию шайбу вывести. Еще один заход «Звезды» мог бы состояться на чужую зону, но воронежцы шайбу подхватили. Шипилов продирается по дальнему от нас борта. Подключает Демидова. Демидов на Дорохова. Тот на синюю линию. Кожевников машет мимо шайбы. И в итоге атака воронежцев завершается. На этом нужно возвращаться назад воронежцам. Они здорово это делают. И снова шайбу привозят в чужую зону. Но опять-таки без развития. Это атака без логического завершения любой хоккейной атаки, без броска. 2.5 минуты команды сыграли. Антоновский с трудом сохранил эту шайбу. Там прессинговал его Иван Косаренков. Снова борьба. Много борьбы у нас на старте периода. И что здесь? Свисток раздается. Пас рукой зафиксирован. И еще одно вбрасывание нас с вами ждет. Как я уже говорил, ни в прошлом сезоне, ни в этом коллективы, которые сегодня принимают участие в матче, в плей-офф не попадали. Ну а вообще последний выход плей-офф той или иной команды приходится на сезон 2021. Тогда с 11 места «Звезда» квалифицировалась в матче на вылет. И в 1-8 уступили «Металлургу» Новокузнецкому. Москвичи со счетом 4-1 в серии. Сейчас воронежцы рвутся в атаку стараниями Соловьева. Но того очень грамотно и довольно жестко Сергей Шамшурин оттеснил от шайбы. Ответная позиционка от «Звезды». Дойдет ли у нас дело здесь до броска? Да, доходит, бросает Дмитрий Гренц. Но с этим броском спокойно справляется Егор Вельмакин. Забирая шайбу намертво в ловушку. И ждет нас очередное вбрасывание в зоне Бурана за 16-20 до окончания второго периода. Егор Вельмакин, как я уже сказал, очень молодой 19-летний голкипер. Родился в Москве, но в сезоне 2021 переехал уже в Воронеж. Выступал за «Россош» в НМХЛ. Тогда 13 матчей провел, очень хорошую статистику показал. 1.54 в цент надежности, 94.2%. В следующем сезоне уже 22 матча провел за «Россош». 1.71 средняя пропускаемость, 92.8% отраженных. И в плей-офф еще очень здорово себя проявил, проведя 8 матчей и также пропустив лишь 1.67 в среднем. Ну и вот в этом сезоне получается у него 5-й матч, но фактически... Все-таки 4-й, потому что в одном из матчей лишь в серии «Булит» появлялся он на площадке. Ну и сейчас 2.24 до этой игры у него коэффициент надежности и 94.2% отраженных бросков. Очень хорошие цифры. Также еще 16 игр в этом сезоне за «Протон» Нововоронежский провел Егор Вельмакин. Ну, это, собственно, продолжатель традиции «Россоши», да. «Протон» с этого сезона новый фарм-клуб у «Бурана». Также в НМХЛ выступающий. И там
Кстати, статистика была даже похуже, чем в ВХЛ. У Вельмакина 2.44 в цен, 97% отраженных. Ну, вот примерно такая же ситуация, как и у его визави по сегодняшней встрече Всеволода Скотникова, только уже на уровне ВХЛ-КХЛ. Проброс сейчас. Снова фиксируют судьи. И вбрасывание едет в зону звезды. И это вбрасывание остается за воронежцами. Неплохо разыграли и бросал Дугин с хорошей позиции, но попал в блок. Здесь Огурцов бросает, опаснейший бросок. Здорово все сделал воронежский защитник. И уже Всеволод Скотников показывает свое мастерство, отбивая эту шайбу. Пожалуй, один из самых опасных моментов во втором периоде вообще для той и для другой команды. Дугин вмещается к центру зоны, подключает Евсеенкова. Вот так вот защитник воронежцев на скорости в зону вошел. Бросок в дальний от Дугина не попадает в створ. 14 номер Бурана, но по-прежнему шайба остается. Хорошая смена от воронежцев получается, но вот здесь все-таки Дугин шайбу потерял. Правда, ответной атаки у звезды не получается. У нас дальние скамейки во втором периоде, меняться по ходу сложнее. Вот здесь воронежцы в хорошей атаке, но нужно попадать по шайбе, конечно, в такой ситуации. Павел Макаренко сделать этого не смог, хотя передачу отдавал хорошую, разрезающую Максим Казаков. И атака действительно выглядела очень перспективно. Здорово отработал сейчас Макаренко в защите. И неплохое движение шайбы снова от воронежцев. Но вот передача читаемая, так скажем. И Иван Казаренко все здорово здесь распознал и перехватил обостряющую передачу. Казаков через вброс в зону. Дальше поехать побороться. Получится ли это у воронежцев? Да, получается. И бросок от синей. Подставление было. Шайба ушла в угол площадки. Кабат на синюю. Баланов. Бросок. Гол! По-моему, прямым броском Егор Баланов открывает счет в этом матче. Будем обязательно смотреть на повторе. Но судя по тому, как поехали Баланова там поздравлять. Или все-таки Лобанов подставил. Ну, если это еще и Лобанов забросил, то победа неминуема сегодня для воронежцев. Давайте еще раз смотреть. Вот здесь бросок Баланова, и было ли там подставление? Ну вот мы видим, на пятаке там точно был Шипилов. Может быть, чуть дальше это подставление произошло. Ну, по-моему, шайба изменила траекторию полета. Ну, в любом случае, я думаю, что сейчас сами игроки поделятся с судьями, кто там эту шайбу забросил. И в официальном протоколе эта информация у нас обязательно появится. В любом случае, со счетом 1-0 воронежцы повели за 13.46 до окончания периода под номером 2. Узнаем обязательно. Сейчас уточним момент, кто же является автором этой заброшенной шайбы. Как только эта информация появится, обязательно я вам ее сообщу. Ну а пока что бросок от звезды, и здесь вступает в игру Егор Вельмакин, и это все приводит нас к коммерческой паузе, за которую как раз-таки мы и разберемся с автором запрошенной шайбы. Для масла Синтек мы производим особый купаж только из лучших присадок и создаем качество мирового уровня в два раза выгоднее импортных аналогов. Моторное масло Синтек. Всегда умный выбор.
Возобновляется у нас игра. Готов я вам все-таки сообщить автора заброшенной шайбы, как мы с вами сразу и посчитали. Егор Баланов отмечается заброшенной шайбой. Даниил Лобанов и Михаил Кабат записаны в ассистенты. В принципе, все игроки, не так часто набирающие очки в этом сезоне. И для каждого из них, конечно, это серьезное достижение. Для Баланова вторая заброшенная шайба и третья набранное очко. То, что касается Михаила Кабата, то для него это девятое набранное очко и четвертая результативная передача. Ну, а Даниил Лобанов это вообще отдельная история. Человек все никак не может открыть счет заброшенным шайбам, но, тем не менее, очки набирает. Да, и это четвертое набранное очко в этом сезоне. Ну вот, заброшенными шайбами по-прежнему засуха для 11 номера воронежцев. Но есть еще игры в регулярке для того, чтобы это исправить. Дугин бросает от синий. Повторный бросок. И с ним уже справляется без проблем Всеволод Скотников. Ответ от звезды. И бросок в дальний. Вельмакин выручает свою команду. Отличная позиция у Данилы Улапова была в этой ситуации. Ну и что? Удаление у нас. За блокировку отправляется отдыхать на 2 минуты Дмитрий Огурцов. Очередной шанс для звезды поработать в большинстве. Уже третье большинство у них сегодня в этом матче. Первые два, как мы понимаем, по текущему счету на табло реализовать не получилось. Вбрасывание осталось за воронежцами, но выбросить шайбу из зоны не вышло ни с первого, ни со второго раза. И хоккеисты звезды шайбу забрали под свой контроль. К Гренцу она приходит. Тот не самую удобную и удачную передачу исполняет. И дальше завязалась борьба. Мельников постарается быть на шайбе первым и выбросить ее из зоны. Не вышло. Вот сейчас, наконец-то, воронежцы шайбу вывезут явно из зоны. Да, Мельников ее выбрасывает в зону чужую. И первая минута большинства не задалась для звезды. Посмотрим, что получится во второй. Передача за ворота. Это снова в борьбу. Пока что вот расставиться по-хорошему, начать двигать шайбу в чужой зоне не получается. У звезды вот здесь бросок опасный. Вельмакин в игру вступает. Отражая этот бросок. И снова воронежцы шайбу выбрасывают из собственной зоны. Шипилов еще поедет попрессинговать там голкипера. Но довольно сложно было что-то серьезное из этого получить. 40 секунд остается у гостей на реализацию лишнего, но здесь снова борьба у борта с участием сразу пятерых хоккеистов. Перевод на синюю. Ибрагимов, бросок, попадает своего же партнера. Снова шайба к Ибрагимову приходит. Здесь через клюшку соперника и снова воронежцы шайбу выбрасывают. Смениться здесь не получится, далеко выехать из собственной зоны также, поэтому довольно быстро возвращают шайбу в зону атаки хоккеисты звезды. Здорово ее двигают, но последней передачи вот как не было, пока что так и нет. Ибрагимов на синий. Отдает хорошую передачу и не стал бросать. Решил прострелом таким ограничиться Кулапов. И вышедший с скамейки штрафников Огурцов. Здесь смотрите, какие качества атакующий проявляет. Уже раз проехал по зоне. Дальше с бортом еще обыгрался. И удаление на себе заработал. Ох-ох-о, вот и исправился сейчас после выхода со скамейки штрафников Дмитрий Огурцов. Клюшку ему сломали. Но он, я думаю, не сильно расстроен, так как заработал 2 минуты в большинстве для своей команды. Удаляется Данила Халупов. Хулапов, прошу прощения. Хулапов, конечно же, на 2 минуты. И первое большинство в этом матче для Бурана. В
Воронежцы в большинстве в этом сезоне, не сказать, чтобы очень хороши, 15,6%, 21 место, но вот у Звезды все еще хуже в меньшинстве, у них лишь 74,8% нейтрализации большинства соперника, это 25 место в лиге. Вот так получается, что в неравных составах 25 место у Звезды, соответственно, и в большинстве, и в меньшинстве. Перехват шайбы от Звезды и выпад такой интересный от Артема Пугачева. Бросает он, но Вельмакин с этим броском без проблем справляется. Дугин на Устиненко. Все это под серьезным давлением от хоккеистов Звезды. И войти в зону здесь у воронежцев не получилось. Более того, ответная атака, бросок и шайба в заградительную сетку попадает. Бросал Всеволод Гайдамак в этой игровой ситуации. За минуту 19 до появления на льду удаленного Данилы Кулапова. Вбрасывание ждет нас в зоне воронежского коллектива. Выиграли вбрасывание воронежцы. И сейчас раскатится, попробует в зону войти и все-таки придумать что-то в чужой зоне в этом большинстве. Положение вне игры пока что придумали. И теперь в средней зоне вбрасывание нас ждет. Шипилов против Евгения Каницкого на точке. Шипилов это вбрасывание выиграл. Огурцов шайбу вроде бы ввез в зону, но снова положение вне игры. Фиксирует лайнсман. Пока что действительно в этом большинстве со входом в зону у воронежцев серьезные проблемы. А до окончания этого большинства 65 секунд остается. В принципе, время еще есть. Но для этого нужно все-таки входить в зону. Возовик. После выигранного вбрасывания шайбы оказался. Откатывается к собственным воротам. Воронежцы раскатываются из собственной зоны. Огурцов взял игру на себя. В зону вошел, развернулся, подключил Возовика. Тому непросто было, но все-таки сохранил он шайбу в чужой зоне. Обратную передачу получает. Бросать не стал. Отдал на Казакова. Тот обостряющей передачей простреливал. Но неудобно это было. Никто там из воронежцев не смог на эту передачу-прострел откликнуться. Демидов. На синюю. Возовик с броском попадает в обороняющегося хоккеиста Звезды. Ответ 2 в 2 от москвичей. С броском доходит шайба до Вельмакина. Тот не стал игру останавливать и тем самым позволил еще все-таки в большинстве поатаковать воронежцам. Но те сами, это вот неточные передачи, фактически все шансы на реализацию этого большинства уже потеряли. В полном составе Звезда. И что здесь? Нарушение численного состава у воронежцев, да. Судя по всему, нарушение численного состава, и Звезда будет в большинстве после коммерческой паузы. Для масла Синтек мы производим особый купаж только из лучших присадок и создаем качество мирового уровня в два раза выгоднее импортных аналогов. Моторное масло Синтек. Всегда умный выбор. We'll be right back.
Ну что ж, очередной шанс в большинстве для «Звезды». Пока что с реализацией большинства есть определенные вопросы, но, тем не менее, если воронежцы продолжат удаляться, то путь к воротам Вельмакина, конечно же, «Звезда» в итоге с большой долей вероятности найдет. И сейчас уже опасный момент удается создать. Вот здесь хорошее подключение. Бросок, и снова Вельмакин здесь здорово все делает. Эффектно эту шайбу вылавливает. Атаковал Сергей Шамшурин в этом игровом эпизоде. Много сегодня работы у Вельмакина, но и в матче против Ростова в победном также не просто ему пришлось, и в матче против АКМ, и тем более. Поэтому много работы для Вельмакина, это, пожалуй, даже, наверное, хорошо. Воронежцы смогли выбросить шайбу из собственной зоны. И 40 секунд в большинстве «Звезды» уже минули. И, собственно, все, всем, чем пока запомнилось, это большинство вот тем броском Шамшурина. И снова воронежцы смогли шайбу выбросить. Более того, 3 из 4 обороняющихся хоккеистов сумели поменяться, что тоже немаловажно. Свежие хоккеисты появляются. И, опять же, активный прессинг позволяет не бояться атак соперника, так как они очень сложно начинаются, очень долго развиваются. И вот сейчас уже мы говорили, что 40 секунд прошло в большинстве, а вот уже 35 осталось. Но все-таки вошли в зону. Кисты «Звезды» расставились. Долго удерживал шайбу Артем Прохоров у себя. Перевод на другой борт. И бросок следует. Рикошетит шайба в угол площадки. Подхватывает ее Шамшурин. Отдает на синюю. Опять же, движение шайбы неплохое. Кто будет бросать? Вот это основной вопрос для «Звезды». Перевод на синюю. Вот здесь нет броска. Вот здесь есть, но успевает переместиться Вельмакин. И отбивает этот выстрел Егора Кузьминова. В полном составе снова воронежцы. Устиненко здесь такой цирковой прием применил. Жук шайбу перехватил. И перспективная атака у Бурана. Через вброс в зону действует Жук. Сам поехал, поборолся. Но шайбу сохранить под своим контролем не смог. Помогут ли здесь партнеры? В целом помогли. Но все-таки хоккеисты «Звезды» смогли шайбу из собственной зоны выбросить. Ой, Дугин здесь неприятно попадает в Соловьева. Но вроде бы все в порядке. В защищенное место, видимо, шайба попала. Евсеенков по борту за ворота. Закрывает, пытался закрыть здесь зону у другого борта Огурцов. Все-таки не вышло, но Дугин за него отработал в защите. А вот здесь неудачная передача, проброс. И за 4.45 увидим мы очередное вбрасывание в зоне Егора Вельмакина. Про него я вам рассказал. Давайте расскажу про автора пока что единственной заброшенной шайбы в этом матче. Егор Баланов, тоже молодой хоккеист, 20-летний. 21 год в июле исполнится Егору. Он воспитанник местной школы хоккея. Воронежский, уроженец воронежской земли. И здесь фактически весь его хоккейный путь связан как раз-таки с «Бураном». В предыдущих трех сезонах еще выступал и в «Буране», и в «Росуши», да, в фарм-клубе. И потихоньку увеличивал количество матчей, сыгранных за основную команду. Ну а в этом сезоне уже полный сезон, такой полноценный, проводит за основной коллектив. Ну и, как я сказал, вторую заброшенную шайбу сегодня записывает на свой счет. Здесь, конечно, над чем стоит поработать, как и всем, собственно, воронежским защитникам, это над показателем полезности. Плюс-минус он у Егора Вельмакина до этого матча был минус 9, но, соответственно, сейчас
сократился до минус 8. Поэтому уже можно сказать, что поработал. Звезда в атаке сейчас. Бросок следует. Уходит шайба в угол площадки. Дальше активная силовая борьба. Вазовик шайбу подхватил. И можно здесь 3-2 атаку воронежцам придумать. Главное в зону войти по правилам. Макаренко. Бросок Мельникова. Где шайба-то? Шайба взмывает над площадкой и дальше покидает ее пределы. Неплохая по геометрии атака, но вот финальный бросок створа ворот не находит. Все мы знаем, что в любой атаке, собственно, главное, чтобы в итоге шайба до створа ворот дошла. Бросок здесь с хорошей позиции в исполнении Тимура Каримова. Справляется с ним Всеволод Сотников. Скотников, прошу прощения. Перехват в чужой зоне. Хоккеистов звезды. Баланов силовой прием применяет. Тем не менее, шайба остается у хоккеистов московского коллектива. Теперь уже Воронеж забирает ее под свой контроль. Шипилов в одиночку здесь пытается сразу мимо двоих хоккеистов звезды продраться. Задуманное не совсем получилось, не в должной степени. Бросок в дальний от Левицкого. А вот здесь передача уже в среднюю зону, а не на чужую синюю линию получилась, поэтому шайба покинула пределы зоны атаки. Евсеенков не попал по шайбе. Подарил ее фактически сопернику. Хороший перевод. Но бросать было сразу неудобно. А повторный бросок уже получился немного запоздалым. С ним спокойно Вельмакин справился. Но очень сейчас агрессивно действуют хоккеисты звезды в чужой зоне. И такое хорошее давление на ворота Вельмакина оказывают. Постоянно приходится тому в тонусе себя держать. Перехватили шайбу воронежцы. Соловьев за ворота. Закрыли зону воронежцы. Макаренко перевел на другой борт. Здесь можно попробовать бросить. И делает это Вазовик в ближний угол. Но все прочитал здорово Всеволод Скотников. Весь ближний угол перекрыл. И фактически только какой-то там сверхлазерный бросок в дальний мог бы, наверное, пройти. Да и он фактически с того ракурса, что мы увидели повтор, и он бы вряд ли нашел там какую-то брешь в амуниции Всеволода Скотникова. Тем не менее, вбрасывание в зоне звезды за минуту 55 до окончания второго периода матча. Вбрасывание остается за гостями. Перехват неплохой. Вазовик в зону вошел. Здорово себе подыграл Вазовик. И до броска-то в итоге дело довести не получилось. Только вот так момент великолепный от воронежского защитника, который в этом сезоне отметился уже 5 заброшенными шайбами. Побольше, чем у некоторых нападающих. Ну, точнее так, побольше, чем у большинства нападающих воронежского «Бурана», так скажем так. Что здесь? Здесь удаление. Здесь удаление за толчок соперника клюшкой. И дальше небольшая потасовочка у нас за воротами Всеволода Скотникова. Ну и сейчас судьи удаляют на 2 минуты Ранеля Вафина. Больше никаких дисциплинарных санкций не последует. И еще одно большинство для звезды. Мы уже с вами сбились со счета, мне кажется. Получается, четвертое в этом периоде, да? Большинство у звезды. И шестое в целом в этом матче.
Нет, третье и пятое, вот так. Потому что одно удаление все-таки было как раз-таки у самой звезды. Когда Данила Кулапов удалился, да. Действительно, пятое большинство для звезды. И третье в этом периоде. Привезли шайбу в чужую зону. Армейцы. Ибрагимов ее удерживает. Включает Гренца. Обратная передача. Бросок Ибрагимова. Принимает Шипилов эту шайбу на себя. Сейчас не слишком форсирует события. Гости спокойно эту шайбу разыгрывают. В чужой зоне Ибрагимов. И вот здесь бросок. Застревает шайба там где-то в амуниции. В экипировке Тимура Каримова. Выбросить шайбу не получилось. Через 10 секунд у нас закончится период. Еще один бросок Ибрагимова. И теперь уже Лобанов эту шайбу ловит на себя, выбрасывая ее из зоны. Ну и все. Звучит у нас сирена. Второй период этого матча завершается. 45 секунд еще. В большинстве на старте третьей 20-минутки звезда будет находиться. Но это будет уже через 17 минут. А пока что отдыхаем. Перерыв. Букмекерская компания «Пари» – это ставки на футбол, хоккей, теннис, баскетбол и киберспорт. Букмекерская компания «Пари» дарит бесплатную ставку 1000 рублей всем новым клиентам. «Пари» – лучшее приложение к спорту. Подробности на pari.ru.
Стартовал третий период матча между Воронежским «Бураном» и «Звездой» из Москвы. Начинает этот период гости в большинстве. Ранель Вафин по-прежнему на скамейке штрафников. Напомню, в концовке второго периода за толчок соперника клюшкой был удален на 2 минуты. И еще 30 секунд есть на реализацию лишнего у «Звезды». Привезли они шайбу в чужую зону, расставились. И сейчас позиционно разыгрывают лишнего. Бросок следует, попадает, по-моему, в своего же там Алишлалов. И вот здесь у Воронежцев момент возникает. Бросок Шипилова. Ой-ой-ой, как неудачно прикладывается он на борт. Будем надеяться, что все в порядке там с Шипиловым. На большой скорости врезался в борт 22 номер «Бурана». Сейчас с трудом катит на скамейку запасных. Конечно, дорабатывал там до самого конца Шипилов. И пытался обыграть в ближнем бою Всеволода Скотника. Скотникова не получилось. И дальше прилетел спиной в борт. Но вроде бы сам поднялся, сам вернулся на скамейку. Я думаю, сейчас придет в себя и дальше игру продолжит. Конечно, боец до мозга костей. Александр Шипилов, местный воспитанник. Болельщики всегда очень тепло его встречают. И с особым настроением. С особым настроением отмечают заброшенные шайбы. Дугин оставляет на Соловьева, и тот доводит до Дугина. Бросок с разворота и гол! 2-0 становится счет. Егор Дугин удваивает преимущество воронежского коллектива. Хорошая атака воронежцев. Ну и здесь все сделали на загляденье хоккеисты «Бурана». Давайте еще раз смотреть. Соловьев — прекрасную передачу на Дугина. И тот успел развернуться. Хватило времени для того, чтобы все-таки результативный бросок нанести. Как ни старался там Скотников переместиться, уже просто не успевал этого сделать. Дугин с заброшенной шайбой. Соловьев однозначно с результативной передачей. Ну и, может быть, кого-то еще запишут там в ассистенты. Для Дугина это 9-я заброшенная шайба, 14-я набранная очком. Для Соловьева 3-й ассист и 7-й балл за результативность в этом сезоне за воронежский коллектив. 2-0. И по такой игре, согласитесь, это серьезное преимущество. И, конечно, «Звезде» сейчас нужно серьезно наращивать работу в атаке для того, чтобы спасти этот матч. Ну и да, кстати, Соловьев единственный ассистент из заброшенной шайбы. Во всяком случае, пока что так определено в протоколе. Может быть, кого-то потом также в ассистенты этой заброшенной шайбе Дугина добавят. Не зря нам показывают здесь тренерский планшет на скамеечке запасных «Звезды». Тут действительно нужно какие-то коррективы вносить. Ну и вот довольно колоритный болельщик «Звезды» здесь на трибунах Дворца спорта «Юбилейный». Причем болельщик «Звезды» из Рязани. Стоит обратить на это внимание. Ну, система ЦСКА, безусловно, имеет большое количество болельщиков в разных городах. И вот один из них сегодня на этом матче. Борьба в чужой зоне.
для нападающих Бурана. Активно они здесь работают. Пока что никто не может получить контроль над этой шайбой. Но вот сейчас все-таки получается вывести ее из собственной зоны стараниями Ивана Косаренкова. Я рассказал про двух воронежских воспитанников в составе Бурана и Шипилов, и Егор Баланов, который сегодня уже отметился заброшенной шайбой. Есть такой воспитанник и в составе Звезды. Это Никита Солопанов, защитник, 10-й номер. Ну, сейчас посмотрим за этой атакой воронежцев. Здесь Кабат подключает партнера. Бросок, но не слишком опасным он получается в исполнении Святослава Дорохова. Так вот, Никита Солопанов родился в Воронеже 22 года назад, уже практически 23, и до 16 года выступал за молодежные команды воронежского Бурана, а затем уже переехал в систему ЦСКА, призывался даже в юниорские сборные России. Выступал, естественно, за Красную Армию в МХЛ. И третий сезон уже выступает за Звезду. Сегодня не слишком заметен, но если вот отдельно обращать на него внимание, то, конечно, можно последить за игрой уроженца Воронежской земли. Чуть больше 4 минут команды сыграли в третьем периоде. Чуть упрочили свое преимущество воронежцы. Но, тем не менее, времени еще, конечно, достаточно у Звезды для того, чтобы пытаться спасти этот матч. И они активно сейчас работают в чужой зоне. Удается воронежцам шайбу вывести за пределы собственной синей линии. Но атаки здесь не получится. Поэтому едут воронежцы меняться. Или же атаки не получается как раз потому, что поехали меняться. Вместо Бурана здесь уж каждый решает сам за себя, сам для себя. Проброс в исполнении Звезды. Снова вбрасывание сейчас отправится в зону Всеволода Скотникова, у которого сегодня не так много работы. Ну, точно меньше, чем у Вельмакина. Вот давайте по статистике периода под номером 2 как раз сейчас пробежимся. 19-10 по броскам в створ было в пользу Звезды. Также по броскам в створ 14-9 в пользу гостей. На точке вбрасывания удачнее получалось у Бурана. 13-9, и 6 минут штрафа было у воронежцев, 2 у хоккеистов Звезды. Ну и вообще Звезда всего лишь один раз удалялась в сегодняшнем матче. Воронежцы это делают заметно чаще, но с реализацией большинства есть пока довольно большие проблемы у гостей этого матча. А вот сейчас бросок, уходит шайба на другой борт. Там Казаков на одной ноге, на одном коньке буквально прыгает. Неприятно шайба пришла ему в голеностоп, ну и останавливает игру Егор Вельмакин. Коммерческая пауза у нас с вами подоспела. Для масла Синтек мы производим особый купаж только из лучших присадок и создаем качество мирового уровня в 2 раза выгоднее импортных аналогов. Моторное масло Синтек. Всегда умный выбор.
Возобновляется игра, и сразу с броском хоккеисты «Звезды» после выигранного вбрасывания. И продолжается атака. Еще один бросок по воротам Вельмакина. Данила Кулапов атаковал. Ну, снова вратарь Воронежцев здорово здесь действует. Здесь уже находясь на льду, Михаил Кабат все равно сумел отдать передачу. Правда, ни к чему серьезному эта самая передача не привела, но отметим старание молодого воронежского нападающего. Стал он в этом сезоне автором одного из самых молодых дублей в истории ВХЛ. Здесь, на воронежском льду, это произошло. Посчастливилось мне этот момент комментировать. Воронежцы зашли шайбы в чужую зону. Бросок в исполнении Кожевникова, у которого вчера был день рождения. Поздравляем защитника под четвертым номером с этим событием. Молодой защитник. Получается 19 лет, да, ему. Да, 19 лет исполнилось, получается, только Ивану Кожевникову. Сейчас я уточню этот момент, чтобы точно вас по этому вопросу не ввести в заблуждение. Да, 19 лет. 19 лет уже играет на взрослом уровне, что является, конечно, очень хорошим достижением. Тоже местный воспитанник, воронежский уроженец. В этом сезоне за Протон 25 матчей провел. Ну и вот шестая его игра за воронежский коллектив, за основную команду системы «Бурана». Огурцов возглавляет эту атаку. Здорово все сделал и бросал. Здесь уже наверняка, казалось бы, Максим Казаков, но справился с этим выстрелом Скотников. Ответ «Звезды». Очень хорошая атака получилась у воронежцев. И еще один бросок Казакова. Застревает шайба там у защитника. Но, тем не менее, воронежцы снова выводят ее на пятак. Добавить не получилось. Хороший контроль шайбы от Бурана. Устиненко в угол площадки. Там Мельников подкараулил эту передачу. И снова шайба мечется там по чужому пятаку. Но снова никто акцентированно бросить не может. Казаков продолжает на другой борт. Макаренко на синюю линию. Устиненко бросает. Рикошет. Опасно было. Снова Макаренко. Развернулся. Как будто в большинстве сейчас воронежцы действуют. Устиненко, Макаренко. Макаренко бросок. Рикошетит шайба и уходит за пределы площадки. Отличная смена от Бурана. Просто хорошая, ее как бы и не назовешь. Действительно, очень все здорово эта пятерка сейчас сделала. Заставила поработать хоккеистов «Звезды» в обороне. И в какой-то момент показалось, что уже заканчиваются силы у обороняющихся игроков московского коллектива. Но все-таки смогли они доработать. Выиграли вбрасывание воронежцы. Еще один бросок. Это Балабанов атаковал. Не попал в створ. Контратака «Звезды». Неплохо. Здесь 3 в 2 может получиться. И бросок опасный, но выше ворот шайба пролетела. Еще один бросок. Здесь уже Вельмакин вступает в игру. Хотя довольно серьезный трафик был перед ним. И воронежцы теряют шайбу на выходе из собственной зоны. Что здесь? Еще один выстрел. Снова выше ворот шайба пролетает. Марсель Ибрагимов атаковал. Но попасть в створ не получилось. Практически подобрались мы к экватору периода под номером 3. По-прежнему воронежцы впереди со счетом 2-0. Напомню, что два Егора, Егор Баланов и Егор Дугин, отметились заброшенными шайбами.
Еще один довольно опасный момент. На этот раз Демидов атаковал. По-моему, в последнюю секунду уже увидел эту шайбу. Скотников успел плечом там среагировать. Здесь Кожевникову не просто придется. В окружении сразу двоих хоккеистов Звезды он находился. А вот здесь отрыв для Соловьева и бросок в ближний. Не попадает в створ 10 номер. И что у нас здесь? Удаление. Удаление будет у Звезды. Все-таки придержал клюшкой соперника сейчас Сергей Шамшурин и отправляется отдыхать на 2 минуты. Второе большинство для Бурана в этом матче. Ну и, в принципе, логическим завершением этого хорошего отрезка является это заработанное большинство. Посмотрим, как у Бурана получится это самое большинство реализовать. Дугин против Каницкого на точке. Дугин с партнерами появляются на площадке. И вместе с ними Устиненко. И сюда же отправлен Павел Макарин. Вот такая бригада реализации большинства. Вот Воронежцев. Бросок Дугина. Опасно в ближний, но не попадает в створ. 14 номер Воронежцев. Снова ему под бросок. Отдана шайба Устиненко. Дугин. Бросок. Гол! О, дубль! Дубль от Егора Дугина. С чем мы его, конечно, и поздравляем. Воронежцы реализуют большинство. Самонаводящийся просто бросок от Егора Дугина. И счет становится 3-0 в пользу воронежского коллектива. Да, выстрел великолепный от Дугина. Ну и, конечно же, их совместную работу в этом большинстве с Никитой Устиненко отмечаем. Устиненко 16 очко набирает в этом сезоне. Ну а Егор Дугин 15-е, соответственно. И это юбилейная 10-я заброшенная шайба для Егора Дугина в этом сезоне. С чем мы его и поздравляем. Ну и здесь что-то намечается у нас. А здесь еще и удаление у Звезды. Ну, во всяком случае, Евгений Каницкий отправляется отдыхать на 2 минуты. Видимо, с расстройства выбросил он шайбу за пределы площадки. И судьи его за это не преминули удалить. Ну и что, еще одно большинство для воронежцев сразу после реализованного ими только что. Ну и возможность уже окончательно снять вопросы у победителей этого матча. Естественно, забей воронежцы сейчас 4-0 за там 8 минут до окончания третьего периода. Это, конечно, будет такой тяжелый нокдаун. Да он сейчас, наверное, тяжелый нокдаун. А четвертая шайба уже будет нокаутирующим, знаете, удар для Звезды. Я думаю, для них сейчас основная задача не пропустить в этом большинстве и тут же каким-то образом попытаться забросить в ответ. Макаренко разгоняет атаку. Отдает передачу на Жука. Тот не смог первым на шайбе оказаться. Но здесь Соловьев неплохо отработал. Соловьев в падении отдает на Дугина. Устиненко. Что, снова будет Дугину под бросок отдавать? Жук, хороший перевод. И, казалось бы, Соловьев там уже в пустые ворота должен забивать. Но не получилось. Рядом со штангой шайба прошла. Еще один бросок Дугина. Но здесь все видел Скотников, но он уже, наверное, ожидает этого перевода на
Егора Дугина. И заранее фактически начинает перемещаться в его сторону. Здесь момент, конечно, стопроцентный был у Соловьева. Забыли его там на дальней штанге. Но, правда, с неудобной руки подставлял он эту клюшку под прострел Артема Жука. И шайба пошла не совсем в том направлении, в котором он рассчитывал. Вбрасывание остается за воронежцами. Жук на синюю линию. Там Устиненко. Под передача на Дугина. Снова он бросает. Наверное, самый бросающий сегодня игрок в составе и той, и другой команды. Егор Дугин. Но почему бы нет, если его броски заканчиваются заброшенными шайбами. В двух случаях сегодня уже это произошло. Сумели хоккеисты Звезды шайбу вывести в среднюю зону. И здесь перехват на собственной синей линии. Дальше борьба завязалась. И все-таки смогли ее туда привести, даже в чужую зону москвичи. И это даст им возможность смениться. Ну а у воронежцев останется фактически шанс на еще одну атаку в рамках этого розыгрыша лишнего игрока. Шипилов взял игру на себя, на другой борт. Теперь дальше поехать попрессинговать. Но здесь все очень грамотно сделали хоккеисты Звезды. Шайбу выбросили. И даже в контратаку можно попробовать сбегать. Бросок Комиссарова. Шайба вылетает там на пятак. Но здесь уже воронежцы ее подхватывают. Передача на Казакова. Дальше что будет придумывать? Подключает здесь партнера. Вошли в зону. Шипилов. Прострел. И пролетает шайба и своих, и чужих, и чуть ли не две зоны сразу. Причем уже в обратном направлении. Ну, так бывает иногда. Чуть меньше 7 минут остается играть. 3-0. И Звезде нужно сейчас наращивать темп, наращивать давление. Естественно, если хотят подопечные Егора Михайлова сегодня спасти эту игру. Но воронежцы могут постараться воспользоваться открывшимися зонами. Но вот здесь ни в коем случае не надо позволять сопернику находить в своих оборонительных построениях вот такие свободные зоны. Вафин. Передача на синюю. Здесь перевод. Пытался вложить шайбу в клюшку Дмитрию Гренцу защитник. Но предательски перепрыгнула она. И покидая шайбу пределы площадки, становится сувениром для кого-то из болельщиков. Но возвращают, да, возвращают, естественно, болельщики шайбу на лед, потому что именно этой шайбы был забит последний гол. Такое поверье. Но у нас коммерческая пауза. Для масла Синтек мы производим особый купаж только из лучших присадок и создаем качество мирового уровня в два раза выгоднее импортных аналогов. Моторное масло Синтек. Всегда умный выбор. Шесть минут и семь секунд до окончания третьего периода матча между воронежским «Бураном» и «Звездой». Вбрасывание в средней зоне остается за хоккеистами «Бурана». И неспешно так они начинают свою атаку. Правда, не слишком удачная передача получается. И перехват от «Звезды». Плохая атака и передача на пятак. Дальше бросок от синей линии. В очередной раз Алишлалов атаковал. Ну и здесь потеряли кисты Звезды шайбу.
тем не менее, все закончится вбрасыванием в зоне Егора Вельмакина. Но сейчас, пожалуй, главная задача для хоккеистов «Бурана» – это постараться отблагодарить своего вратаря и наградить его сухарем. Да? То есть работать до конца в каждом игровом эпизоде. Вельмакин сегодня однозначно заслуживает той самой игры на ноль. Но до этого момента еще больше 5 минут. Еще много работы. Не удается воронежцам выбросить шайбу из зоны. И здесь возникают с этим проблемы. Ну кто вот, наконец-таки сможет ее оттуда вывести? Вместе Мельников и Макаренко это придумывают все-таки. Мельников отдает на Макаренко. Тот проезжает за воротами, но здорово против него сыграл сейчас Никита Солопанов, о котором я вам сегодня уже рассказывал. Здесь можно попробовать кого-то вывести на бросок. Но здесь сталкиваются между собой, каким-то образом оказавшиеся в одной точке площадки, сразу три хоккеиста «Бурана». И на этом атака фактически завершается. Макаренко. Здорово. В зону вошел. Но не ожидал, наверное, находясь спиной к воротам, то, что там еще один игрок «Звезды» окажется. И, развернувшись, немного удивился и шайбу потерял. Перевод вдоль зоны, и бросок, и добивание. И с одним справляется Вельмакин, а второй просто в створ не приходится. Но продолжают давить на чужие ворота кисты «Звезды». Еще один бросок, и снова Вельмакин вступает в игру. Это Голощапов атаковал. Ну и здесь уже действительно вот то, что делают сейчас воронежские кисты, это очень самоотверженно обороняются. Вельмакин прижимает шайбу ко льду, и дальше, ну не то чтобы потасовка, так, стандартные потолкушки перед воротами после накрытой вратарем шайбы. 3:32 еще играть. Егор Вельмакин на наших экранах, один из пока что главных героев сегодняшнего матча, наряду, естественно, с Егором Дугиным, которого сегодня дубль. Наряду с Егором Балановым, у которого сегодня на данный момент, на текущий момент, победная шайба. Вот Егор Вельмакин уже, я не знаю, сколько бросков отразил. Только после второго периода было 29 бросков в створ по его воротам. Ну и по результатам третьего периода эта цифра только увеличится, естественно. Только в предыдущей атаке 2 или 3 броска какие-то «Звезды» нанесли. 3:23 вбрасывание в средней зоне. Вафин против Силаева на точке. Несмотря на то, что вроде бы воронежцы вбрасывание выиграли, шайба все равно в их зону пришла. Снова высокий прессинг от воронежцев. Не позволяют они быстро пройти среднюю зону. Но вот сейчас взял игру на себя Кулапов. Шайбу в зону притащил. Дальше партнеры ему помогли. И начинают действовать в чужой зоне какие-то «Звезды». Вот здесь бросок. Позиция была у Алишлалова отличная. Но должным образом по шайбе он попасть не сумел. Дальше борьба. Удается оставить шайбу в зоне Алишлалову. Ну, теперь уже воронежцы забирают ее под свой контроль. И смена пойдет и у одних, и у других. Это заключительный матч этой домашней серии. Предпоследней домашней серии для «Урана». Дальше ждет очень непростой выезд воронежцев по маршруту Новокузнецк, Красноярск, Ангарск. Омск. Вот так. Омск, Новокузнецк, Красноярск, Ангарск. Ну, а у «Звезды» впереди, если я ничего не путаю, то матч с Ростовом. Второй матч этой короткой выездной серии. Вот сейчас этот момент мы уточним. У нас последние 2 минуты пошли третьего периода этой встречи.
да, получается, «Звезду» ждет выезд в Ростов. И в среду игра против хоккейного клуба «Ростов». А дальше очередная домашняя серия против «Барса», «Лады», «Омских крыльев», «Металлурга», «Сокола», «Ермака». В общем, там только домашние игры ждут «Звезду». Вельмакин снова вступает в игру, снова эту шайбу отражает. И минута 21 секунда до окончания. Ну, наверное, можно говорить этого матча. Вряд ли «Звезда» сможет за эти там 101 секунду отыграть три шайбы. Здесь основной вопрос, смогут ли они пробить сегодня Егора Вельмакина. Безусловно, в концовке третьего периода очень стараются это сделать хоккеисты «Звезды», но пока что не получается это. Воронежцы вывезли шайбу в среднюю зону и пытаются ее, так сказать, спокойно контролировать. Последняя минута у нас пошла этого матча. Шипилов в зоне с шайбой. Включает Кабата. Но тот не смог за шайбу зацепиться. И ответная атака от москвичей. Быстро воронежцы шайбу перехватили. Ну и, конечно, это все играет на руку воронежскому коллективу прямо сейчас. Уверенно они пока что контролируют ход оставшихся секунд этого матча и не позволяют даже в зону зайти. Здесь проброса не будет. Евсеенков на шайбе первым, но закрывают зону хоккеисты «Звезды». Есть у них еще 15 секунд на атаку. Здесь буквально вкатали в борт Ивана Косаренкова. Вот здесь бросок. Штанга здесь выручает, по-моему, ворота уже воронежского коллектива. Но все работает на Егора Вельмакина. И поздравляем воронежского голкипера, 19-летнего молодого парня, с первым шатаутом, первым сухарем на взрослом уровне. Он очень здорово отыграл эту домашнюю серию и заслужил, безусловно, этот сухарь. 3-0 воронежцы выигрывают в этом матче. Поздравляем всех болельщиков «Бурана» с этой победой. Ну, а болельщиков «Звезды» призываем не расстраиваться. Впереди один выезд и дальше домашняя серия. Возможно, там у «Звезды» получится чуть лучше. Что ж, друзья, этот матч закончен. Для вас его работали режиссер трансляции Эдуард Шиповалов, ваш комментатор Станислав Морозов. Помните, что хоккей делает всех нас лучше. Всего доброго, услышимся. Пока. Букмекерская компания «Пари» – это ставки на футбол, хоккей, теннис, баскетбол и киберспорт. Букмекерская компания «Пари» дарит бесплатную ставку 1000 рублей всем новым клиентам. «Пари» – лучшее приложение к спорту. Подробности на pari.ru.